Вот таким вот образом выглядит рынок Назират, который атаковал Израиль. Это то, к чему привел Хамас. Из-за действий Хамас страдает весь сектор Газа. Именно Хамас атаковал Израиль. Именно Хамас учинил ту самую провокацию, за которую теперь отвечают все. И шумит весь мир. Ацахал заявил, что по сектору Газу Израиль нанес более 300 ракетных ударов. А армия Соединенных Штатов Америки заявила, что они готовы принять участие в этой самой войне, если между Хамас и Израиль появятся еще заинтересанты в этой самой войне. То есть, если сказать простыми словами, если кто-то вмешается в эту самую войну, Иран, например, или Россия, то Соединенные Штаты Америки полномасштабно будут воевать. Тем временем Соединенные Штаты Америки стягивают дополнительные войска и разворачивают системы ПВО на Ближнем Востоке. Но и Китай не остался в стороне. Сам Китай направил 6 военных кораблей на Ближний Восток из-за риска усугубления конфликта. Вроде бы как на прошлой неделе Китай и Соединенные Штаты Америки начали находить линии соприкосновения, и тут все рассыпалось. Мир полыхает. И, как мне кажется, это только самое начало. Украинские вооруженные силы опубликовали интересную видеозапись, где показывают, как русские оккупанты наступление, атаку, штурм проводят. Чтобы вы понимали, они этот штурм проводили на буханках. Это уже раритетные автомобили. И такие на улицах просто так ты не увидишь. А русские оккупанты с нанотехнологической экономикой, с лучшим вооружением в мире, вот на такой херне штурм проводят. Ну а тем временем украинские военные выбили россиян в западной окраине работе. С октября ВСУ продлили контрнаступление вблизи Бахмута и на западе Запорожской области. В Генштабе сообщили, что ВСУ продолжали наступательные действия в Мелитопольском и Бахмутских направлениях. Ну, как вы понимаете, с украинской стороны на буханках в атаку никто не ехал. Ведь ехать на таких автомобилях, на которых русских отпускают на войну, это чистейшая прямая смерть. Венесуэла требует вернуть деньги у Лукашенко. Пришло то самое время, когда диктатор должен расплатиться за ту самую нефть, когда в бородатых годах Лукашенко ее брал во время срача с Путиным. Мы знаем друг друга давно. И немало сделали в свое время для интенсификации нашего взаимодействия. А Лукашенко пытался лебезить перед этой самой делегацией из Венесуэлы и заговаривать их, не давая повода задать конкретные вопросы. Но все прекрасно знают, что венесуэльское правительство требует у Лукашенко возврата долга. Там, по-моему, несколько миллиардов, если я не ошибаюсь. Но диктатор, как вы понимаете, деньги возвращать не собирается. Чувствую, что нам нужно подвергнуть ревизии все те направления и вопросы сотрудничества, которые мы определяли еще со времен Уго Чавеса. Надо однозначно определиться, что мы должны и можем сделать для Венесуэлы, а что Венесуэла должна сделать в отношении Беларуси. Министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран будет поставлять свои автомобили, если их можно назвать автомобилями, в Беларусь и Россию. А они рады стараться. Так сказать, они готовы сотрудничать с теми странами, в которых нет ни свободы слова, ни демократических выборов. Ну, ведь при своих выборах никто замечания не сделает. Вот сейчас будем ездить на лосопедах. Теперь в белорусских школах нужно согласовывать плейлист на дискотеках. На школьных дискотеках теперь нужно с учителями, или с директорами, или с администрацией согласовывать плейлист. И чтобы не было проблем, заранее они скидывают перечень исполнителей, которые могут играть на дискотеке, ну, в смысле, диски, колонки и так далее. Не сами певцы придут петь, а музыку их ставить. То есть, если что-то выбивается из плейлиста, это уже запрещенка. Лукашенко снова начал шарманку о том, что он гениальный строитель и не зря построил атомную электростанцию на территории Беларуси. Собирается еще две построить, так как это самое гениальное решение Лукашенко за 30 лет, как сам диктатор говорит. Сегодня я так аккуратно, вы заметили, подвожу вас к тому, что неплохо было и вторую атомную станцию иметь в стране. Это очень-очень выгодно. Я бы тут начал бы объяснять подробно, почему это не так, но остановлюсь на нескольких примерах. Первое.
Эту атомную электростанцию строили именно там, где она стоит, потому что планировали продавать электричество в Литву. Но из-за того, что на Лукашенко наложили санкции, эту электроэнергию покупать невозможно. Ну, литовцы не могут ее купить. А отправлять ее в какую-то другую сторону – это невозможно, потому что, чтобы проложить трассу для этого электричества, нужно еще миллиарды долларов. Когда диктатор рассказывает о том, что построят еще две атомные электростанции, это значит, что мы будем зависеть в 3 раза больше от России. Ведь именно Россия строит эти атомные электростанции, их же и обслуживает. То есть без российской руки эти станции превратятся в кирпич тут же. А это значит, сфера влияния путинского режима усиливается на территории Беларуси. И это в долгосрочную перспективу. Даже когда Путина не будет, мы будем зависеть от этой территории, потому что именно те специалисты создавали именно эти строения на нашей земле. То есть это очень плохие решения. Правда, на долгосрочную перспективу просто катастрофа. Нам нужно искать другие решения. А диктатор просто затапливает нашу страну. Топит. Я пойду и приму это решение. Надо ее построить. Но выбрали 2 площадки, 1 станцию построили. И сегодня у нас потребление атомной энергетики к общему потреблению электроэнергии выше, чем в Соединенных Штатах Америки и даже в России. В Детройте было убито президент синагоги. И это все связано как раз-таки с этими самыми призывами убивать, как они сказали, там, то ли неверных, то ли хер поймешь, что они там вытворяли. В любом случае, если кто-то из-за религии убивает человека, это уже нехорошо. Ни в одной из религий не написано, что нужно кого-то убивать. И вот то, что сейчас происходит, и то, что я наблюдаю, это полный нонсенс. Мы не забываем, что мы живем в 21 веке. И цена жизни должна была, по идее, вырасти. А она почему-то уменьшается. Ну а в Венесуэле тем самым временем протесты. Серьезные протесты. Пока непонятно, что там происходит, непонятно, как они будут разворачиваться и чем закончится. Но мы обязательно будем следить и за этой ситуацией. В основном в Телеграм. Ссылка на него в описании. Также мы об этом будем рассказывать в режиме онлайн на нашем новом YouTube-канале. Ссылка на него также в описании. Больше Россия не существует для меня. Я даже о ней слышать не хочу. Подлючая, блядь, оказалась страна. Еще один великий русский патриот, который болел и очень переживал за Россию. С ума за них сходил, блядь. Переживал, блядь, как и все мы. Но они просто нам воткнули нож в спину. Живи, Беларусь. Слава Украине. Пока.